Мы щелкаем вначале на то место, где мы находимся, и отводим. Радиус нам показывает примерное расстояние и примерное время, за сколько мы можем его преодолеть. До любой из трех аптек не больше 5 минут ходьбы. С помощью электронного справочника можно узнать даже такие полезные мелочи, не говоря уже о маршрутах городского транспорта, адресах и телефонах организаций. Уже это поможет пожилым волокжанам лучше ориентироваться в современном городе. Вот все это нужно, чтобы не блудить. Вот вчера я, в частности, по городу запутался, честное слово, завезли не туда. Когда я буду ориентироваться в обстановке, проще жить. А главное – месторасположение магазинов, аптек и предприятий, где действуют скидки по карте «Забота» и даже размер скидки для ее держателей. Многими из услуг системы пенсионеры уже заинтересовались. Я всем, я как посмотрела, в отношении даже и парикмахерских, и аптек, и всего остального, и расстояние, и все остальное, и даже и этими же нашей заботой карта. Я так считаю, что абсолютно все будут пользоваться, это однозначно. Я уже себе взяла на заметку. Прямо сегодня я уже выйду и сегодня попробую дома. Разработку такой программы взял на себя партнер Центра «Забота» при поддержке городской администрации. Такое сотрудничество, считают в «Заботе», принесет свои плоды. В процессе апробации, в процессе приобретения наших практических навыков, пользования с данным диском, обязательно мы будем встречаться, обсуждать вместе с нашими социальными партнерами, что еще нужно изменить, что надо учесть для того, чтобы этим диском всем ветеранам города Вологда было пользоваться удобно. Кстати, изучение этой программы будет включено и в курсы обучения компьютерной грамотности, которые проходят в «Заботе» и очень популярны среди волокжан. Александра Шер, Артем Смирнов, Вологда Портал.